Очень ароматный, невероятно яркий и красивый джем из дыни в домашних условиях удивит своим вкусом близких и гостей. А самое главное, что его совсем не сложно приготовить, обязательно попробуйте. Перед вами весьма простой рецепт джема из дыни с лимоном. При желании его можно дополнить и другими фруктами для более насыщенного вкуса и аромата. 1. Начните процесс приготовления с того, что вымойте как следует дыню и разрежьте ее пополам, ложкой удалите семечки и нарежьте мякоть тонкими кусочками. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Дыня 1 кг, сахар 1 кг, лимон 2 штуки, вода 200 мл, количество порций 1. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Пусть вам сегодня повезет.